«Стройбетон» производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская слободка, 42. Возвращаемся в студию новостей. За коммуналку теперь платим по новым повышенным тарифам. Согласно специальному постановлению правительства, с 1 июля оплата услуг ЖКХ увеличивается в среднем от 4 до 7%. Эта мера продиктована уровнем инфляции. При этом каждый регион определяет свой процент индексации. В Клинском районе коммуналка подорожала в среднем на 4,8%. За июль тарифы подросли по всем услугам ЖКХ. Если верить статистике, больше всего подорожал ценник на электричество, меньше всего на газ. Говорить о точных цифрах проблематично. Оплата за коммуналку рассчитывается по особой системе. Учитывается микрорайон, этажность дома, количество прописанных жителей и так далее. Но все-таки попробуем разобраться. Нужно учесть, что Клинский район условно поделен на две тарифные зоны – Высоковск и 7 поселений. Разница связана с распределением полномочий. До недавнего времени городское поселение Высоковск самостоятельно устанавливало тарифы на жилищные услуги. Таким образом, Клинский район будет рассчитываться еще год. С 1 июля 2017 тариф будет единым по всему району. Еще один нюанс – особенность дома. Чем выше этажность, соответственно, чем больше жильцов, тем дешевле тариф. В расчете этого чуть больше пятиэтажные дома, чуть меньше девятиэтажные дома, потому что зависит от того, что там больше квартир, соответственно, и рост там где-то получается от 150 рублей до 300 рублей. Но опять это зависит от того, сколько человек проживает. У кого-то приборы установлены на учет, у кого-то нет. У кого-то вот сейчас летом не оплачивается отопление, он только будет, когда мы отопительный сезон начнем. Поэтому, естественно, конец, у кого-то сейчас квитанции чуть больше, а у кого-то они придут больше уже, когда будет, настанет отопительный сезон. Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ сохраняются в прежних объемах. А между тем, по официальным данным Росстата, платежеспособность россиян падает с каждым годом. На сегодня армия бедных составляет почти 16% от населения страны. И это лишь те, у кого доход ниже прожиточного уровня. Сейчас эта сумма всего около 10 тысяч рублей. Так или иначе, стоимость услуг ЖКХ продолжит расти. Ограничение на рост тарифов ЖКУ государство ввело в 2014 году. Превышение должно быть согласовано с органами местного самоуправления. А стоимость коммунальных услуг расти медленнее инфляции. По прогнозам экспертов, в 2019 году средняя стоимость жилищно-коммунального обслуживания в России составит чуть менее 3000 рублей с человека в месяц. Для сравнения, в 2014 году она была чуть больше 2000 с человека.